Или я что-то не понимаю. Акула не было просто. Иван, он сказал же, Коноп с вас льда начал. Покажите клинки, соратники. Рыбы насмерть будут стоять за королеву льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. Нет, был там вот психопанкс. В этот момент кинул. Но его укусило. То есть, когда первый был этот агро, кто-то сорвал, да? И он стоунтил просто босс. Но это не помогло, потому что агро, которое передалось, следующим ударом сразу этот на втором месте стал психопанк, то есть ниже опять. Все, килы пришли. И получил. Агро не срывалось. А, ну, просто не срывалось. Ну, вот он просто даже был прожат таунт, именно сам таунт. А таунт от кого? От АДД? Кто его прожал? Дайте 300 гп Джулиану. Он что ли прожал? А, это мы уже не узнаем. Что-то коряво начали боссы биться, да? РВД, играйте, кружок. Да, не Робин, поэтому проблемы появились у танка. Проблема появляется, когда вы агрите до танка. Ну, то есть так его напугать будет нормально, если просто подождать 2 секунды, пока сначала до танка ударит, потом все остальные пройдут. Ну, я не видел, кто там лежал. Просто, по-моему, напула не было. Если бы был напул и ЛПшки от психопанкса, то никто бы не срывал. Хотя с проками, властью или гневом можно забирать там зрение. Может гильдию принимать? Где взять? Да, тут старый кварфал какой-то протопал P4, возьми его гильдию. Вот.
подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда, и служите... Нельзя написать такой длинный ник в строчке добавления челиков в гильдию. Последняя буква не влезает. Оно не может быть. Пробуйте тот другой взять. Как вы ему пишете? Эликвид, не деквид. А, старик, все, я понял. Написал не старик, а старый. И последняя буква не влезала. Чё, старый старик, это столько 5 букв. Не, там я букву К еще писал. А тут. Короче, тут на одну меньше. Вот еще есть. Гомеопатия копытца на боссе, на рейде. Классно. Два хила будем идти, прикольно. Да, по команде идти, кто-то на земле, а я похилю спокойно. Давай будет потанчить, я зайду на хил. Вдвоем просто, да, здесь опасно. Мы вдвоем захилим, но это будет чуть, ну, на минуту-две дольше, понимаешь? На трубе есть хил? Другом у него. Выходи, если когда не жалко. Пятая целка. Ну и последний. Ну, пускай пара еще зайдет. Ты бы заходил, я уже быстрее тут. Было бы. Я уже тут. Вы на ком? Не надо уже заходить, три хила захилим. Полтанк это светится сейчас еще. Забафайте. Веселочка в ретрике, оставайся, надо монарить. Суманите, пожалуйста. Суманите меня, пожалуйста. Да есть уже там. Краска инта. Краску по шаману интеллект. Краски я давал, поэтому... Да нет, значит, мне сколько это танка? Да не надо, ой, там что же.
Я понял. Тогда суммоните меня, пожалуйста, а то я уже почти добежал. Нет, не суммоница, короче. Кто вместо... Кто кулак дает, киньте каску на шамана пока, на этого босса. Дайте, пожалуйста, фулл баф по мне. Че, баф эти погнали уже, ну, долго стоим, танки вперед. Дайте фулл баф по ДК. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах. Воскрешение. Вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Нужно подойти поближе. Олег, слышишь? А, ты хилишь. Ребята, а как мне узнать, Войд, этот самый, есть ли, ну, и получал ли я дважды на капу ЕП или один раз? Как мне узнать об этом? Ну, если 3 себе ГП накинет, значит, два раза получил. Ну, типа, у меня там двойное ЕП. Нет, я вот именно, я не хочу там третий раз, ну... чтобы начислили, но я не помню, получал ли я на капу дважды или трижды. Скрином в группе ДПС. Тебе, Эрдру, что стаки спиздишь. Поможет хило. Давайте в центре собираться. Захилим сейчас, как думаешь? Ну, не, я потерял стаки. Хотя мы бы, наверное, захилим. Вы бы это паладины, кто там каски бафает, бафнули каску по ДК, я вам сказал спасибо, бля. А зачем ты заходишь в порталы? Чтобы стаки вот так собирать. Yeah.
пошла она просто. Это мода, кстати, у эрдрулей тоже, ну, недавно вот в обычке были, когда мы вайпнулись, кстати, на этой, на лане, ну, на вале, когда, блядь, тип вот так вот тоже собирал, блядь, порталы эрдру перед шаманами. Так, кольцо. Кто-то ролит кольцо. Кто-то отдельное. Я старший. Ты стой, стой, стой. Могу атаковать эту цель. Не сейчас. Пойду чай набью. Вчера, кстати, багруху сролил, чувак все учает в военном рейде. Да. Ну, да, причем одно тело было солчата, сука. Это, блядь, обиднее всего, блядь. Да ну, ничего страшного, это мне. Обиднее всего, да, когда делают. Знаешь, Олег, еще нормально, если человек, ну, играет, понял, типа. Ну если человек квойт, блядь, это, ну, это все, блядь. Наверное, забыл для Логи сказать, что у нас одна вещь и одна пуха свеча. И один токен. Так. Чтобы не было потом прокидалово, если вдруг шея выпадет. Я дам другому. Я просто забыл это напомнить. Чего вы не ведете? Дракончик. Где-то помнишь, кому голову отдавали Сурдуара? Последние три... Голову Сурдуара последние три раза. Клота и... И Экстримк. Надо просто записать это все. Будете еще удар собирать? Скоро у всех головы будут. А вот кто-то последний раз получал. Кто еще там получал? Экстрим, Крис, Мельсон или перед ним. Сюда. Или наоборот, не помню. Без разницы.
Меня вот, короче, киданул с конем был. И, бля, я так коня по сей день не видел, да, Войт? Бля, молчит. Сейчас, подожди, посчитаю. Два, три. За 4 месяца мы лутанули 22 головы. Не могу здесь музыку играть. Вот ты смотрел «Ходячие мертвецы»? Новый сезон вышел. Уже ради привычки. Погибни! Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Посмотри первые 8 сезонов. Альпич, вставай. Давай, иди. Давайте пока бафаться. Согласен с тобой, Войт. Ой, не Войт, Каноп, что сериал убил даунов. Ты, кстати, какие твои любимые сериалы? Так я не смотрю сериалы вообще. Я первую серию Дикого Запада посмотрел. Кстати, это самое. Хотя я спиздел. Я когда-то, ну, наверное, в классе седьмом смотрел такой сериал Californication. Вот. Но это было очень давно и неправда, короче. Дайте крест по шаману. Забыл, как он дает. И под убили. Ладно, погнали, без автоматчика, чек. А, ладно, чек уже был, все готовы, погнали. Три хила хилим. Нет, она не стоит 500 типа.
100, максимум 200. Один хил, освобожденная магия. Пилите сами. Сакру на притяжке прожмешь. Притяжка будет. Вот товары набираете 12 стаков, и хила только хилят. Три хила освобожденной магии, один Амрикс хилит. Клетки вперед. Прятались. Слева падает, убегаем. 200 тысяч без дот. Крайнюю слева пробивайте, там 330. Право падает. Крайнюю справа не подбивайте. Сливайте все метки. Пока никого не поднимать. Бьем так. Притяжка скоро. Смотрим. Давайте побежали. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает крепко? Черный лимон, давай танк хиль. Нахила освобожденная магия. А нет, один. Вперед на Андрексе метка. Смотрим сами метки. Право близко. Так, Аркон, после воздушной фазы поднимаешь Джулиана. Дайте к вам. Не понимать тебя. Прикольно, поднял. Копыться после воздушной фазы поднимаешь Аркона, Аркон Джулиана. Давайте метки. Сразу поднимай Аркона. Проще, у нас бэров больше нет, и сливаю, то я кидаю людям ВП, которые умирали от глыб, притяжки и так далее. Ставлю все в одну точку. Один хил хилит. Черный лимон, цепуху один раз. Великий эскейп нажали, выражения никакого не давать. Давайте все метки под босса. Великие отошли. Кидаем стаки. Раз-два стака хлопнули. Так, стар под босса. Великие отошли. Метку сейчас не сливать. Опять психина освобожденная магия. Стопайте, никто ничего не бьет, не стакает, ждем, нам немного не везет. Сливайте метку. Фьера под босса, прожимайся. По одному стаку хилим. А у меня три стака, скидывайте стаки, сейчас хлопнет хорошенько. Альпич, давай гимнат хил, крематорий под босса. Сливайте метку. Так, можно хилить. Под босса следующего.
клиники отбежали. Клить сразу. Давайте не откуда. Под босса. Клиники отбежали. Так, ну Ахилл освобожден, как черный лимон, хиль танка. Отбежали, блин, забыл сказать, отбежали. Давай Сакру, если есть. Ладно. Гомеопатия под босса. Скидывайте стаки. Гомеопатия под босса. Малики отошли. МТ, давай гимна отхил. В следующую сторону. О, коготь выпал. Прикольно, да? Поздравляю, копарик. Так, ролим коготь. Блин, нормал ролл. Давайте. Накидывайте тигаре половину ГП успокоенному 300. Кто-то смотрел «Дикий Запад»? Больше одной серии. Да, смотрел. Первый сезон весь. А второй тоже вышел, да? Да, там второй тоже есть. Ну чё, как? Ну, второй он не очень какой-то получился. Там нет такого завязки сильной, как в первой части. В первом сезоне, наверное. Поебень началась, да? Ну да, ну как бы так пойдет, третий сезон вообще будет тупо, жопу чуть. Ну-ка, вот я смотри, я первый посмотрел, я вот сейчас попытаюсь угадать, а ты скажешь, так это или нет. Ну типа мне пофиг на спойлеры. Чё там будет, типа вот эти роботы, они типа как люди будут становиться и... Нет, они там типа еще только-только восстают, начинают восстание поднимать. То есть они восставать будут, да? Да-да, там начнется заруба конкретно. И в третьем сезоне они как бы уже выходят с этого острова в открытый мир. Третий сезон пока еще не вышел, третий будет там еще жестче зарубан, но сюжет страдает очень сильно, там такие дыры в сюжете были. Слышно? Охламончик тут? Тут. Психопанкс. Я сейчас запускаю, салатный минут, он здесь придет. Типа как по игре Deus Ex, да? Или это отдельная придумка какая-то? Ну, короче, второй сезон война за остров, третий сезон война за мир. Крэйзи Варл, ты запустил босса, ты знаешь, как танчить лича? Да знаю, знаю. Ну хорошо. Сейчас посмотрим. Черный лимон, хиль танк, волной исцеление, потому что я рели, спели, всю эту фигню я это занимаюсь. Следить за вами тяжело, когда хилишь. И хилить еще. Я сожалею, Хереслак не будет уже на КД. Знаю. Нету два рейда, рели мне уже тяжело. Послужит доказательством моей безграничной мощи. Ищите онлайн нокдаун, он прирелит. Интеллект магии. Ух ты, лицо хорош.
Милики ловушки перебежали. Чума сейчас будет. Чисто шип чума. Кто-то вместо меня не спалит. РДД перебежали. Тендора, снимаешь ступени с вамника. Милики ловушка. Черный лимон, чума. Сама себя диспель хилю танка. РДД ловушка. Шаркающий протопал ловушка. Перешли все. РДД двигаемся в звездочку. Дигли чума. Спелю. Ух ты. Вау. Вот это скилл. Милики, ловушку проводите дальше. РДД тоже двигаемся в звездочку. Осторожно, ловушка. Осторожно, возле леча ловушка. Осторожно. Аркон, Иннер, Анриксу, Хламончик, Иннер, Черного Лимона. 1% до переходки. С ловушки на край. Все на край идем. Все на край. Веселочка, чума. Так, Черный Лимон, давай ставь тотем. Два лиги на ману. Рекскар, молодец. Бэр есть. Так, копытца, если есть бэр, подымай. А, Хламончик, подымай ты. Хламончик, подымай ты. Нет времени мне метки кидать на духов. Дайте бафы повару. А, постану еще. А, тут трусы. Веселочка, кружок. Пьера, ромбик, первая волна. Вторая волна, там Честер, Шип, Ширл, Стань, кружок или ромбик. Что за станешь ты, Леш? Давайте духа, два ляма надо добить быстрее. Шары надо убить. Шарик в центре духа. Звезду встали. Где Аркон? Че он далеко так? Так, первый лоб, второй ромбик. Играйте сова. А, играйте ромб трусы, короче. В подвале ушли, из центра ушли. Сквернение Мелизона. Вели в центр. А, Аркон вылетел. Аркон, если ты слышишь, не заходи в игру. Давайте встали звездочку. Ромбик, станешь Честер, Шир, кружок, веселочка. На первой вальке разбегаемся. Будет осквернение. Дальше салку утроп. Смотрим первые вальки. Вышли. Вышли осквернение, черный лимон, это шли. Играйте все вальки. Стану влево. Влево. Трусы выбить. Станов нет, потому что нет станов от ретро, как уже было. В центре никто не идет. Сквернение пару секунд. Сбежались на раньше. Так. Кто там? Джулия, Мелизона, наверное. Пошли в звездочку. Стали в звездочку, Иннер из везде залить. Пьера, ромб, стань. Кружок и сначала играем. Через кружок играем. Давайте. Шок, пытку в кружок. Психопанск, прожмись, нечем хилить уже. Маны нету, короче. До свидания.
Так, Альте, два гимноману, осквернение, копытца. Ставлю ТТ. Гимноман в Альте. Отлично. Нет, в центре види. Честер Шир, станешь кружок, ромбик, веселочка или Фьера, посмотрим. Кого там стан должен откадешиться, не помню уже. Сейчас схватят валик, и ведешь Лича за вальками. Мы играем валик спокойно. Давайте все вальки. Играем Вавара, ВДК. Сейчас будет лужа. С центра всем выйти. Ну не идите по луже, господи. Вальки играйте. Всем пока. Почему Фьера развивает два раза подряд осквернение под вальками? Есть объяснение какое-то? Давайте с ним. Минус 4 или минус 3 у нас. Минус 3. Альп же 2 гимномана. Рейндж наберите, бейте сферы, они дамажат рейд очень сильно. Звезду добейте. Когда будет 500 ката, тогда переключайтесь с другого духа. БР больше нету. Добейте гробу для ДП. Сферку добейте. Звезду пока бейте. Так, сферку добить. Второго духа не бить, сферку добить. Хорошо, что у меня есть природная стремительность, которая спасет ваши слаки, да? Давайте звезду идем. Что звезду? Наконец-то можно спокойно похилить. Побежали. Гайд, как надо хилить за Рестер Шамана. Рушер вдруг упался. Так, выйдем. РДД сыграет духов. Милики Лича бейте. Ляма надо добить. Ладно, милики, побейте духа, тут лич просто рядом еще. Кресты, помогайте взрывать духов. Протопал духа просто не добили большого. 900 к еще. Милики, отойдите все к личу. Сейчас духи пойдут в рейд. Искорнение сейчас будет одна секунда. Вали. Еще 32 ляма бить. Звездой идем. Стоим здесь. Я бежу. Выход. Давайте порталы все. Духи идут на рейд.
Так, не столько войс гимноману, поем. А все, здрасте. Ставлю. А, да, кстати, давай. Рост дам. О, мы забыли, что надо духов взрывать, да. Скорнение 5 секунд. Мини-зона веселочка. Последняя комната, наверное. Да, последняя. Маленькую звездочку. Это мило. Так, не вижу дебомба, а вижу. Ну ладно, побежали, нет выхода. Никто не умрет. Прикольно, да, так бегать? Выход. Портал. Скорнение, куда вас остерегайтесь. Три кнопки. 6 миллионов добить. Можно подбутать духов, пока РЛ этого не заметит. Все, убили. Только надо сканирование вынести. Мы пришли, рейд. За час 59-58 секунд. У меня фласка еще вон 2 секунды, секунду. Да, это дубника еще. Ну да, без вайпа. Сгорели в пламени ярости. Лича, думаю, три кнопки или, наверное, три кнопки первой. Да. Топовый маг, наверное. Гильдии. Отрыв от второго мага флоу такого же. Миллион. Наградить за этот невольный подарок. Но тут многие нюансы. Может, маг был в валькирах второй и так дальше. Вряд ли. Потому что Элистер первая повалька. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. А сирот пойдет от их рук. Элистер просто пожалел банки пить. У меня бывают рейды, когда я за бой с лечом там выпиваю, блядь, 4-5 банок. А бывает, ну, рейды, когда я выпиваю 2 за бой, блядь. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу. А я вообще нихуя не выпиваю. Да я только моего коня спиздил. Так что не надо, вообще там не говори. Ничего не пиздил. Забудем, не простим. Варенька онлайн, может, резко говорил. Тартас, твоя ненависть не заберет больше ни одной. Наконец я свободен. Все кончено, сын мой.
Бедокам протопал хулипал хлеб. Я могу пойти протопалом, либо холипалом. Слышишь, Олег? Ух ты, копытца с залутала ракетом. Прикольно. Слышишь, Олег? Что? Я, короче, этот самый, я зайду, посмотрю, есть ли на Magic Story КД CLK 25 гер или нет. Если нет, то начислишь меня на капу, потому что там двойное ИП, окей? Я сейчас... Ну, напиши, пускай утроп тогда накинь, здесь нету. Что-то зависло. Слышно?